нельзя же допускать, чтобы судью травили в прессе, поскольку это подрывает все, что только можно. Привет, в том числе все. Авторитет суда как такового. Ну, у меня к нашему суду отношение отдельное, я как бы к нему отношусь с большим скепсисом, о чем я говорил много раз. Но в данном случае это системная вещь, потому что на месте Хакалева может оказаться кто угодно. Да, любой новый министр, любой новый замминистра и даже любой вице-премьер. И даже, я не боюсь этого слова, председатель Центробанка новый, потому что, обращаю ваше внимание, в условиях жесточайшего кризиса нашего председателя Центробанка нет. Вот где? Покажите мне Набиуллину. Чтобы она выступала, чтобы она объясняла, чтобы она разъясняла, чтобы она гарантировала, чтобы она, в конце концов, руку давала нации. Или что там еще у нее есть. Вместо нее мы видим госпожу Юдаеву, которую как бы любой здравомыслящий человек близко не выпустит на репортеров и вообще как бы в публичное пространство, поскольку ее интеллектуальные... ущербность видна невооруженному глазу, невооруженным глазом даже школьнику младших классов. Но что делать тем людям, которые понимают, что надо чего-то менять? Даже Хахалева пишет, что вот на меня была клевета, она не подтвердилась. Почему те, кто клевещут, не наказаны? Ну, мы понимаем, почему не наказаны, потому что это респектабельная либеральная пресса. Но почему-то оно куда смотрит государство. Если вы считаете, что кто-то виноват, накажите. Да, если Хахалеву не наказано, если, соответственно, там дисциплинарная комиссия подтвердила, что эти обвинения не соответствуют, тогда почему продолжается травля? Я вовсе еще раз повторяю, меня совершенно не волнует в данном случае репутация суда и конкретно Краснодарского суда с точки зрения здравого смысла. Я сейчас расскажу из логики государства. Вот назначаю Глазьева завтра председателем Центробанка. Могу вас уверить, что то, что пишут про Хахалеву, это будет просто детским садом по сравнению с тем, что пишут, что будут писать про Глазьева. Я приведу вам только один пример. Когда в 2012 году только разговор зашел о назначении Глазьева председателем Центробанка, творец дефолта Дубинин, между прочим, крайне высокопоставленный чиновник, руководитель там наблюдательного совета ВТБ, или как там у них это называется, до сих пор в эфире федерального канала сравнил его с... Ну, то есть, в Германии его бы посадили в тюрьму за такие штуки. А у нас? И вот это вот серьезнейшая проблема. Мишустина можно ругать, что он ничего не делает, но Мишустин оказался в идиотском положении. Если он начнет что-то делать против либералов, на него немедленно начнут вываливать тонны грязи. Кстати, истории, да, про семейное имущество семьи Мишустиных от истории там про диплом Хахалевой ничем не отличается. Это правда.